Красивые и прорисованные мышцы живота и плоский живот – мечта каждого. Но добиться этого нелегко. Правильно же я говорю, Руслан? Да. Сегодня мы будем работать с упражнениями на прямую мышцу живота, на пресс. Хватаемся за рукоятки, ноги вместе, поднимаем согнутые колени. Раз. Отрываем ягодицы от подушки. Вот так вот, да? Да. То есть мы сегодня качаем пресс. Так, отлично. Достаточно. Хотите иметь красивый плоский живот? Это упражнение поможет вам этого добиться. В данном упражнении мы выполняем подъем ног, согнутых в коленях. Положение согнутых коленей поможет добиться нам отключения передней поверхности бедра. Ну и, соответственно, будет работать максимально пресс. Теперь переходим к следующему упражнению. Итак, давай, ложись на коврик. Дальше. Поднимаем согнутые в коленях ноги. Дальше руки у висков. И теперь делаем движение, как в велосипеде. Раз, два. С наклоном корпуса. Корпус чуть-чуть приподними еще. В данном упражнении мы кроме пресса подключаем еще косые мышцы живота. Стоп, достаточно. Закончили. Отлично. Регулярно выполняйте эти простые упражнения, и вы добьетесь желаемого результата. В человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Но Антон Чехов не добавил сюда слово «и тело». В человеке должно быть прекрасно и тело. Стремимся вместе со мной к красивому телу.